Здравствуйте, всем салам алейкум. Сегодня мы приготовим интересное блюдо. Для приготовления нашего интересного блюда нам понадобится говяжий фарш свежий, лук, мелко нарезанный лук, сыр сулугуни, сыр гауда, соль и приправы по вкусу, красная паприка и черный молотый перец. Мелко нарезали лук. Крупный не пойдет. Мелко нарезали лук. Добавим наш фарш. Так, все перемешиваем. Мелко нарезали перец сладкий, добавим тоже к нашему фаршу. Немного добавим зелени, укропа и петрушки. Мелко нарезали зелени, петрушку и укроп. Тоже добавим и тоже на глаз. Так, дальше нам нужно натереть сыр гауда и сыр сулугуни. Сыр натираем на терке и добавим наш фарш. Так, засыпаем сыр натертый через терку. Добавляем сыр сулугуни. Все перечисленные ингредиенты мы добавили. Вот. Соль и перец мы добавим в конце. А сейчас мы все тщательно перемешаем. Так, паприки добавим тоже так же на глаз. Так, добавим черного перца. Соли добавляем тоже по вкусу. Кто-то любит соленое, кто-то не любит соленое. Поэтому все так по вкусу, в общем. Боровая сетка баранина у нас томилась в воде, потомилась в воде. Зима, день короткий, она у нас постояла пару часиков. Вот. Ну, я думаю, это так не критично. Будем накладывать фарш на нашу жировую сетку. Так, не толстым слоем, ну и не тонким. Заворачиваем. Мы их будем сейчас нарезать ломтиками. Тоже спина будет.
вот, нарезали ломтиками. Сейчас наложим их на наши сетки и запускаем их на угли. Так, жар должен быть сильный, хороший, чтобы она схватилась. Вот, почаще переворачиваем. Вот что у нас получилось. Правда, чуть подгорело. Ничего. Большая. Да, сейчас мы порешим.